говорил, что игра не стоит свеч. Как раз таки стоит, да еще каких. Ведь буквально скоро любителей профессионального покера ждет большое и значимое событие и море сюрпризов. Конец мая с 25 по 31 число ознаменует самый настоящий покерный турнир, который пройдет в городе развлечений в казино «Бомбей». Любители, профессионалы в статусе звезд, новички и просто наблюдатели и зеваки съедутся со всех концов страны и ее пределов, чтобы лицезреть действо, которое априори обещает стать незабываемым. Начало турнира у нас 25 мая. В 15.00 25 мая будет проходить так называемый фри-ролл. Это означает бесплатный вход. То есть все желающие, которые хотят попробовать свои силы, могут приехать в казино «Бомбей», город Копчегай, и принять участие в бесплатном турнире. Еще раз отмечаю, это бесплатный турнир. На кону гарантия $300 000. Это совместный тур Pater World Poker Tour National и Eurasian Poker Tour. Счастливчики, держитесь, ведь вас ждет не только удача в виде денежного дождя, вы станете исторической личностью, войдя в аналоги World Poker Club. А пока давайте расскажу, как все начиналось. В начале 2000-х один, но очень дальновидный американец, а американцы, как известно, большие любители азартных игр, задумал сделать покер и серию турниров широко известными в мире, чтобы игра перестала слыть подпольной и андеграундной. Посредством СМИ, интернет, телевидение, все онлайн и все в режиме нон-стоп. Представляю, как ему была благодарна армия поклонников данной игры, ведь предпринятый им шаг возымел свое ошеломляющее действие. Покер стал славиться своей популярностью, а турнир – зрелищностью, обретая все больше широкую славу. Казахстан не стал исключением. Ведь покерные турниры с прошлого года стали излюбленным событием и для игроков казино «Бомбей», целого города развлечений, уникального комплекса, отвечающего всем современным тенденциям комфорта и качества. Так что приезжайте, играйте и выигрывайте. Кстати, в казино имеется и «Бомбей Покер Клаб» – единственный официальный и самый большой покерный клуб в южной игровой зоне страны, где можно играть в самые популярные виды покера и не только. Разнообразие порадует даже самых искушенных и привередливых игроков. Казино «Бомбей» – лучшее заведение в Копчегае, потому что мы предоставляем весь комплекс услуг. Мы пошли путем в «Бомбее» предоставления именно бизнеса как сферы развлечений. Это индустрия развлечений. Мы хотим переломать тот стереотип в Казахстане, что люди понимают, что в казино можно играть только на деньги. Это город развлечений. Мы сейчас находимся в покерном клубе. Изначально мы его представляем не как покерный клуб, а клуб интеллектуальных игр. У нас можно прекрасно поиграть и в нарды, и в шахматы, и в любую карточную игру. Есть пломберные столики, представленные они здесь. У нас даже есть национальная казахская игра «Тугус Кумала». То есть любители этой игры, был чемпионат мира, 22 страны были представлены. Все любители, все профессионалы приглашаются, ради бога, здесь можно прийти достаточно за скромные деньги, провести очень приятное время. Покерный клуб расположен внутри фешенебельного комплекса «Казино Бомбей» наряду с игровыми и приват-залами, слот-холл, отелем, спа-комплексом, рестораном с открытой кухней и «Dolls Men's Club».